Сегодня на чемпионате мира по футболу завершается первый раунд плей-офф. В 1/8 финала сыграет Швеция со Швейцарией, а Колумбия встретится с Англией. Победители этих матчей отправятся в четвертьфинал. Тем временем москвичи приходят в себя после бурного празднования победы своей сборной. В понедельник с раннего утра до позднего вечера улицы российской столицы убирали спецтехника и дворники. К поражению Испании болельщики были готовы, но победа произвела ошеломляющий эффект. Национальная сборная сумела впервые за долгое время подарить россиянам настолько громкий праздник. Первый в истории четвертьфинал чемпионата мира по футболу с участием России пройдет в субботу вечером. Команде страны-хозяйки предстоит встретиться со сборной Хорватии на стадионе «Фишт» в Сочи. Москва стояла на ушах. Единственный вопрос, почему сегодня не объявлен всенародным выходным? Потому что это все равно, что выйти на работу после Нового года.